Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Южнокорейская компания Samsung очень рано начала 2019 год, анонсировав в Индии смартфоны из семейства Galaxy M. Случилось это в последних числах января. 2020 год для мобильного подразделения технологического гиганта из Сувона стартовал еще раньше. Сегодня, 3 января, компания представила смартфон Samsung Galaxy S10 Lite. Когда до премьеры модели нового поколения осталось менее 2 месяцев. Новинка исполнена в стеклянном корпусе с алюминиевой рамкой по периметру. Спереди располагается 6,7 Super AMOLED панель с разрешением Full HD+, и соотношением сторон 20 к 9. По центру экрана вверху находится одно отверстие для селфи-камеры, как у Galaxy Note 10. Под дисплеем обосновался оптический сканер отпечатка пальцев. Производитель заявляет о поддержке HDR и Always On Display. Габаритные размеры Samsung Galaxy S10 Lite составили 162,5 мм по высоте, 75,6 мм ширина, 8,1 мм толщина. Весит новинка 186 граммов. Задник смартфона выполнен в стиле Galaxy M30s. Здесь мы можем видеть большую площадь основной камеры со вспышкой и 3 модулями. Ходят слухи, что в первой половине 2020 года львиная доля устройств всех производителей будут такими же. Модель компании из Южной Кореи обзавелась чипом NFC и портом USB-C. Слот под карту памяти тоже предусмотрен. А вот насчет наличия разъема для наушников 3,5 мм его здесь нет. Сердцем Samsung Galaxy S10 Lite выступил мобильный процессор с пиковой частотой 2,84 ГГц, выполненный по 7-нанометровой технологии. Это Snapdragon 855. Под капотом смартфона установлено 6 или 8 гигабайт оперативной памяти в зависимости от модификации. В обеих версиях флагман комплектуется флеш-накопителем вместимостью 128 гигабайт. Одной из фишек Samsung Galaxy S10 Lite стала фирменная разработка Super Steady OIS в главном модуле основной камеры. Построен он на базе 48-мегапиксельного датчика изображения. Также в конфигурацию вошли вспомогательная матрица на 5 мегапикселей и 12-мегапиксельный широкоугольный модуль с углом обзора 123 градуса со светосилой f2.2. Оптической стабилизацией наделен только главный модуль. Видео можно записывать в 4К 30 fps или Full HD 60 и 720p 960 fps. Разрешение камеры для селфи в смартфоне составило 32 мегапикселя, диафрагма объектива f2.2. Новинка из коробки получит операционную систему Android 10 в основе фирменного программного обеспечения One UI 2. Также отметим аккумуляторную батарею емкостью 4500 мАч, поддержку быстрой зарядки и возможность работы в режиме Samsung DeX. Прочие характеристики смартфона включают Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц, GPS и Bluetooth 5 версии. Samsung Galaxy S10 Lite в Европе оценили в 649 евро в модификации с 6 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной. В России новинка поступит в продажу по цене от 44 990 рублей, это 650 евро. Покупателям будут доступны 3 расцветки – черная, синяя и белая. Старт продаж запланирован на конец первого квартала 2020 года. Вероятно, смартфоны появятся на прилавках магазинов вместе с моделями семейства Galaxy S11.